Всем привет, с вами Сюсет Випер, и сегодня в этом видео я вам покажу, как сделать самопальный бот. Начнем с того, что если вам лень делать самопал, и вы хотите самопал себе, и вам нечего парить, то пишите мне в инсту либо в ВК. А чтобы сделать самопал, вам нужно всего лишь два проводка, батарейка, картридж, либо любая ватка со спиралью. Потом паяльник, припой, олово, все такое, и кнопка по желанию. Но вам будет не нужна кнопка, если вы будете парить прямо напрямую. А то есть красный проводок, например, к минусу, и... черный проводок к плюсу. Но с этим еще надо заморачиваться, ну сами понимаете. И самое главное, чтобы у вас батарея была до 1000 магов. А если у вас будет больше, то она сожжет нахуй ваш картридж, либо испаритель. Если вы будете делать самопал в виде такого, который я сейчас показал на фотографии, то берите картриджи, которые открываются сверху. Ну, типа крышка сверху, как в Гексросе. Итак, идем далее. Берем сначала провода и паяем их либо к картриджу, либо к батарейке, к чему вам угодно. А самое главное, чтобы батарейки были именно от подиков, либо от одноразок. А батарейки по типу 18650, 2700 и всякие Energizer не подойдут. Если сначала вы припаяли эти провода к картриджу, то берете батарейку и обратную сторону этих проводов припаиваете к батарейке. Если, например, у вас есть красный и черный провод, то красный припаиваете к красной стороне батарейки, а черный к черной стороне батарейки. И кстати, если вы хотите нормально заряжать вашу батарейку, то есть не напрямую, как заряжать одноразки, то покупайте плату зарядки. Она в любом магазине радио продается за 50 либо за 30 рублей. Потом просто докупаете крокодильчики, они стоят 8-6 рублей, и припаиваете это все к плате зарядки. А как вы это сделаете, я не ебу, мне вообще похую. И если у вас еще будет кнопка, то еще берете проводки, припаиваете немного к батарейке и к самой уже кнопке. И все. А у меня на этом все. Всем пока, с вами был Сюсет Вейпер, всем пока.